Ребята, приветствуем всех на канале. Всем привет. Вы, наверное, заметили, что это не солнечный осенний день. Это довольно-таки настоящий осенний вечер. Солнце уже исчезло, жары уже нету. Темно. Но да. Мы специально ради этого и собрались. В предыдущем видео, если вы не посмотрели, посмотрите, Игорь установил себе дополнительную фару. А это повод для того, чтобы съездить ее и проверить. Да. А с учетом того, что позволяет погода теперь, вечерком выехать и уже темно. Поэтому мы решили этим воспользоваться. Ну, как всегда, сравним штатный свет и свет дополнительный, поставим рядом. Ну что, загадывай, сами не знаем, что получится. Смотрите. Потому что это первый раз, когда мы ее будем включать в это время. И да, можно дополнить, хотя можно потом дополнить, а можно сейчас дополнить, что эта фара прежде всего ставилась не чтобы слепить водителей КамАЗов, а для того, чтобы на проселочной дороге подсветить себе при недостаточном освещении. Поэтому... То есть как люстра на внедорожнике, скажем так, не для обычных эксплуатаций. Так же, как и все ставят на внедорожную технику. Выше, ниже, у кого-то она там стоит очень высоко, и ничего от этого не происходит плохого. Так, ну, перчатки, курточки одели, под курточки. Ну что, ты, Варёк, сегодня совсем налегке. Ну, я налегке, потому что... Я даже в зимних ботинках. Андрей сегодня целый день ездит, он на работу приезжал, сейчас из дома до меня доехал, он уже... Много сегодня катался, поэтому он знает, что на дороге холодно. Холодно, очень холодно. Одевайтесь теплее, как капуста. Да, а я выскочил из дома, съездим до места, вернусь домой. Поэтому думаю, что особенно не замерзну. А так, конечно, уже стоит одеваться очень... Ну, очень тепло стоит одеваться. Даже... Так что... Так. Ну, мотоциклисты. О, мы не одни. Мотоциклы. Ну, ездят мотоциклы. Ну, вот что. Два. Фары тестят, наверное. Фары тестят. Я говорю, у всех сейчас такая погода вызывает желание потестить фары. Да. Это самое лучшее время. Все, поехали. Все, поехали. Не будем отвлекаться. Это все лирика. Ребята, вы нас не видите, но мы здесь... Есть, да? Потому что вокруг просто выколи глаз. Ну, глаз. Практически. Практически. Вот видите, я хожу, а вы меня не видите. Даже вот вообще не видите. А я хожу. Сейчас я... И сейчас мы проверим, так как я в черной куртке, будем проверять, насколько шагов... Виден Игорь. Я буду виден. Давай включаем, короче, так. Ближний свет. Вот. Вот он. И я начинаю свой путь от Андрея. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Микрофон может перестать работать, Андрюх, так что можешь тоже посчитать. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 18. Ну давай, 2 шага, хоть 20 шагов, что было. 20 шагов, все, вот я. Так, 20 шагов. Ближний свет. Ну, ближний. Сейчас вот фарой. Просто непонятно, виден Игорь или не виден, включим дальний. Так, включили дальний. Ну, я его вижу. Не знаю, ну, скорее всего, камера его тоже будет видеть. Ну, примерно 20 метров, да? Да, примерно 20 метров. Так, оставляем себя на габаритиках. Включаем. На Игоре мопеде также ближний свет. Ну, соответственно, он не виден. Дальний Игорь виден. А теперь мы включаем дополнительный свет. Ну... Ребята, 20 метров. Очевидно. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 шагов. Игорь виден. Включен дополнительный свет. И включен основной свет. Игорь виден как днем. Ну, по крайней мере, мне. Вот для сравнения дальний. Как раз вот он просвечивается хорошо. Вот. Это чисто дополнительный свет. Очень широкий луч. Можно отрегулировать, конечно, гораздо выше, но пока вот решили оставить именно так. Давай, Игорь, еще 20 метров, чтобы 50 было. Давай.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Помахай рукой. Так, ну, я Игоря вижу, не знаю, скорее всего, камера будет передавать. На всякий случай подсветим дальним. Вот, он прекрасно виден. Вот. Ну, фара светит шикарно. Для таких покатушек в темное время самое оно. А сейчас, ребята, мы вот покажем наглядно, что значит черная одежда и что значит светоотражающая. Так, Игорь, где примерно было 30 метров? Где первый знак, да? Где вот этот знак, это уже 50. Дальний 50, да? Да, а тут где-то 30. Вот давай, вот я отхожу. Давай. Сейчас проверим, как у Андрея его куртка светится. Но у него очень полосы и на ногах. Полосы 30 метров. 30 метров. А включи, Игорь, штатный свет. Давай, сейчас. Вот штатный. А теперь включи нужный свет. Какой? Ну, дополнительный. Вот за дополнительный. Слепит, но не критически. Не, ну слепит, ну не критично. Вполне можно. То есть нет такого, что прям глаза я выжигаю. Особенно водителям КамАЗов. Ну, камера передает, не передает, но Андрея я вижу очень хорошо. На 50 метрах он просто весь светится. Без ну проблем. Все, меня видно? Да, да, да. То есть со штатным светом он у меня пропадает. Я его полосы только вижу. А с этим я его просто вижу. А включи дальний, Игорь. Сейчас. Вот дальний, выхватил его. Вот что-то между ближним и дальним светит дополнительный свет. Но дает гораздо широкий луч. Да, дает более широкий луч дополнительный. Поэтому в лесу или где-то просто будет с ним отлично. Едешь, никакого не испытываешь дискомфорта. Просто света столько, сколько тебе надо. Да. То есть поэтому, ребята, вопрос только регулировки. Ну и разумного использования этого света. Скажем, конечно, не надо его там ехать по дороге общего пользования двухполоски ночью, да, и включать. Возможно, кого-то со встречными машинами. Да, или хотя бы выключать, когда идет встречная машина. Ну, как все, в принципе, нормальные люди и делают. Ну, поэтому в заключении я скажу, что... Ой, вот так стоишь, конечно, из темноты выходишь, очень ярко светит, конечно... Не жалею я, что поставил. Можете спорить по поводу укрепления, куда его надо, вверх, вниз, но это... Дело вкуса. Дело вкуса, да. Техрегламент, ну, мы еще не попадаем под техрегламент, различные техосмотры и прочее. Поэтому дуги тоже, я бы сказал, под вопросом. Да, кто говорит, мы на дуги ставим и прочее. Ваши дуги – это тоже вопрос к техрегламенту. Поэтому давайте вот этот момент не будем заострять внимание. Просто этого света более чем достаточно, и я вполне доволен, что его поставил. Так. От себя немножечко добавлю. Одевайтесь ярко. Да, одевайтесь ярко, вот. Потому что Андрей видел, ну... То есть вот меня видно, я не знаю там. Да, вот эти полосы особенно. Сейчас осенний период, на дорогах очень темно. Сумрачно, да. Рано темнеет, поэтому даже если вы пешком ходите, вот эти полосы вас защитят на дороге. Пассивная безопасность. Да, это пассивная безопасность. И еще, немножечко добавлю от себя. Вы знаете, мой мопед абсолютно в стоковом состоянии. Но, наверное, вот это единственная штука, которую я хотел бы себе поставить. Я вот, подумаю. Видите, вот так, ребята. Так что, возможно, Андрей купит и поставит. Может, да. Сюда, может и не сюда поставит. Ну, будем надеяться, что поставит просто как у меня. Спасибо за внимание. До новых встреч. Надеюсь, что это видео получится, потому что в таких условиях мы снимаем первый раз. Да. Может быть, темно будет, это получится на компьютере совсем не то, что мы хотели. Да, 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 потому что все-таки я с камерой с этой в темноте такой не снимал. Поэтому надеюсь, что
видео получится. Все. Спасибо. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. Так, ребята, опять мы в кромешной тьме. Собираемся ехать домой. Снимаю, поездочку немного сниму. Нам как бы будет видно, как на дороге этот свет. Сейчас заведусь. Надеюсь, аккумулятор я не высадил. Нет. Ну, у тебя-то из толкача можно завести, если что. А меня-то уже... У тебя ножка есть. А если вообще сесть? Да нет. Так. Вот сейчас я еду с ближним и с дополнительной фарой. Давайте просто на ближнем проедем. Вот просто на ближнем еду. Надеюсь просто, что камера будет передавать все эти моменты. О! Какой тут... Вот сейчас мы и посмотрим, как мы его будем видеть с дополнительным светом. Вот, смотрите, как сразу. Он нам виден стал. И вот так он нам не виден. О, видите, он нам тоже поморгал.